На конкурс дети читают стихи. Рамазанова Юлия, 15 лет. Бадретдинова Алиса, 15 лет. Лицей номер 52. Город Уфа. Эдуард Асадов. Падает снег. Падает снег, падает снег. Тысячи белых ежат. А по дороге идет человек, и губы его дрожат. Мороз под шагами хрустит, как соль. Лицо человека — обида и боль. В зрачках два черных тревожных флажка. Выбросила тоска. Измена? Мечты ли разбитый звон? Друг ли с подлой душой? Знает об этом только он, да кто-то еще другой. Случись катастрофа, пожар, беда. Звонки тишину встревожат. У нас милиция есть всегда, и скорая помощь тоже. А если просто падает снег, и тормоза не визжат? А если просто идет человек, и губы его дрожат? А если в глазах у него тоска, два горьких черных флажка? Какие звонки и сигналы есть, чтоб подали людям весть? И разве тут может в расчет идти какой-то там этикет? Удобно или нет к нему подойти? Знаком ты с ним или нет? Падает снег, падает снег, по стеклам шуршит узорным, а сквозь метель идет человек, и снег ему кажется черным. И если встретишь его в пути, пусть дрогнет душа звонок, рванись сквозь людской поток. Останови, подойди. Спасибо за внимание!